честь святого Александра Невского будет построен храм. В Ульяновске уже есть церковь, возведенная в честь великого князя. Она находится на проспекте 50-летия ВЛКСМ, рядом с парком «Семья». Пока что службы проводятся в деревянном храме, но на его месте планируется возведение храма Белокаменного. Ульяновские представители Русской православной церкви, власти и меценаты готовятся к строительству. Организаторы провели заседание оргкомитета. Первое. Это готовность проектно-сметной документации, технической документации, всей разрешительной документации, все, что связано с проектно-сметной документацией. Это первое. Второе. Готовность подрядных организаций приступить к работе. Также необходимо опубликовать счет, на который будут перечисляться деньги на строительство храма. По словам представителей духовенства, расчетный счет прихода уже открыт. К слову, Сергей Рябухин решил пожертвовать 100 тысяч рублей на благое дело. Я сейчас тогда деньги оставлю, мои помощники сегодня же зачислят, ладно? Конечно. И надо, чтобы он как-то, как-то выделен и так далее. Он специально выделенный, только с единственной целью строительства. Чтобы проблем со строительством не возникло, необходимо собрать достаточно средств или же найти генерального подрядчика, который ответственно выполнит задачу. На оргкомитете присутствовали местные меценаты от бизнеса. Предприниматель Олег Лебеденко призвал присутствующих найти надежную подрядную организацию. Потому что генподряд, он все-таки нужен, понимаем, он должен вести по времени всю стройку. Их менять, вот знаете, сегодня один генподрядчик, завтра другой генподрядчик, ну не бывает так, да? Вот. Или он возьмет на себя, потому что мы провели такую ответственность и финансирование, соответственно, за счет привлеченных средств. Мы провели работу с рядом подрядчиков, но не готовы. В городе Ульяновске у нас нет такого подрядчика, который готов выйти. А авантюристов нам не нужно. Проектно-сметная документация готова, смета составляется. Суммы и подробности будут известны позже. О подвигах благоверного князя напомнил в этом году Владимир Путин. Президент Российской Федерации объявил наступивший 2021 годом благоверного князя Александра Невского, глубоко почитаемого православными россиянами. О подвигах святого начали рассказывать ульяновским школьникам и студентам еще в декабре 2020-го. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.